Самодельные шуточные плакаты, букет невесты из гладиолусов и самовар. Как поясняют сотрудники Усть-Балыка, в 60-е годы не было никаких фотосессий, ресторанов и выездных регистраций. Праздновали по-простому, но весело. Тогда свадьбы делались исключительно силами всего семейства. И эти свадьбы были самые душевные. Кто-то рисовал плакаты, кто-то лепил пельмени, а кто-то отвечал за оформление зала и за оформление там, жениха и невесты. Все было скромно, но для тех времен все было торжественно и прекрасно. Выставку организовали ко дню семьи, любви и верности. Платье невесты и парадный костюм жениха предоставили городские старожилы. Кроме того, были использованы архивные фотографии из семейных альбомов нефтеюганцев.